Еще книжки покупили, да? Да. Давай посмотрим, что за книжки. Это, конечно, смоквина у нас любимая тема. У меня здесь тоже. Да, это «Щенячий патруль». Это книжка, в которой такие наклейки. Наклейки, причем как игрушки, прям такие выпуклые. Ну, такие. И там, верно, книжка там тоже есть. Наклейки можно и сюда приклеить, или можно на что-то приклеить. Вот это райдер. Значки. Значки награды «Щенячьего патруля». Там саму историю надо бы почитать тоже, может быть, внутри где-то. Может быть, она там есть, может быть, нету. Что-то уже учить. Как этого зовут, помнишь? Дима. Да, это Зума был. А это? Гонщик. Гонщик или Чейз его еще называют. А эту помнишь, как звали? Не знаю. Эверест ее звали. Да, вот. Это она в снегу там откапывала. Вот девочка-подружка Райдера. Да, что же вот? Ты сейчас упадешь так, смотри. Тварочка. Кто у нас тут следующий? Маршал, а это кто? Крепыш. Крепыш. А это? Райдер. А это кто? Рокки. А это кто? Тай. Скай. А это что за кошечка? Кошечка, да. Вот, ладно, давай посмотрим вот эту книжку теперь. Здесь нужно, написано, как играть в нее. Тут нужно в таких вот непонятных узорчиках узнавать, кто это. Вот здесь, например, в узорчиках спрятался такой смешной, не знаю, как его зовут, зверь вот такой, наверное, вот. Вот они так прячутся, их надо искать. Здесь вот солдат в таких штучках. Здесь тоже машинки спрятаны. Вот всякие такие штучки, которых надо искать. Вот я кого-то нашла, там какая-то акула спрятана. Где акула? Вот. И тут надо искать так вот рыбок всяких. Вот. Интересная такая книжка-головоломка. Маквин. Ну и тут сколько маквинов. Много. Вот это. Открыть надо? Да. Ну давай откроем. Вытаскиваем жучек. Что у нас тут? Это просто плакат «Щенячьего патруля». И ничего не написано вообще. Вот такая книжка. Где же там было что-то написано? Вот, все, что написано. Имена героев «Щенячьего патруля». Что они готовы к спасательной операции. И это все. Да, это а, нет, да. Еще вот. Это тарточка. Это тарточка. Вот это. Что? Это тарточка. Кошечка, это да. Все. Что с ней делать надо? Это тоже. Ну нет, здесь больше написано. Я ожидала, что там совсем ничего не будет написано. Есть тут что почитать тоже, да. Это вот это. О! А, это не просто наклейки. Оказывается, это липучки. Их можно прилеплять. Вот, например, сюда. Она поедет здесь. На этой машинке потом, да?
где гонщик будет? Ну, где гонщик? Вот тут. Вот на этой машинке поедет гонщик, да? Да. Вертится гонщик. А, на присосках это интереснее гораздо, чем просто наклейки. А я сначала подумала, что это наклейки. Угу. Зума поедет. Он участвует в водных спасательных операциях. Кто там еще у нас? Рокки. Рокки? Он поедет даже на своей. Угу. На своей машине поедет, да? Вам. Это так, когда вы сидите там. Скай, Скай будет летать и с воздуха видеть, кого надо спасать. О, тася! Ух ты! Он приедет вот тут, на этикле своем. На своем квадроцикле он поедет. Что еще у нас есть? Девочка. Девочка, давай ее, куда ее будем? Не знаю. Здесь нету ей места. Давай посмотрим, может где-то в другом месте есть. Так, здесь тоже. Подожди-ка. Так. Упал. Кто там упал? Возьми вот пока, возьми. Мы сейчас поищем, куда можно девочку. Вот девочка где, вот она должна быть где. Тут райдер. Угу. Райдер тут. Там у тебя кто еще остался? Крепыш и Маршал? Да. Это мой Маршал. Ну, давай посмотрим, куда их можно прицепить. Или давай их попробуем здесь. Есть тут места для них? Вот они. Вот где Маршал. Возле его машины красный пожарный. Райдера тоже хочешь туда? Да. Ну давай райдера сюда. Ну а где же крепыш? Место для крепыша тут есть осталось. Все остальные уже на месте, все готовы к спасению. Не так, вот так. Надо вот так. Хорошо, давай, Клим. Ну вот, теперь и крепыш готов. Теперь можно выезжать. Вперед, щенячий патруль. Вперед, щенячий патруль. Все сложим на место. Нет, там написано Рокки. Там Рокки написано. Да. Где гонщик? Вот гонщик. Вот гонщик. Это Рокки. Вот это Рокки. Рокки, да. Это Маршал. Маршал? Да. Где Маршал? Где Маршал? Вот Маршал. Скай, да. Иди крепыш. Ну, где вот крепыш? Крепыш. Да, правильно. Ты райдер, вот тут. Райдер, вот он. Вот тут Зума. Угу. Вот тут
Изюм был, да? Можно так, вот сюда. Что-то вот сюда все. Ну, давай всех туда теперь. Теперь часами будем переклеивать. Где люди? Ну где райдер? Здесь, наверное, нету райдера. Здесь он вот тут райдер. Это большой, это маленький. Ну ты рядышком приклей, пусть два будут. Крепыш упал. Все награждены теперь. Остался один гвоздь. Спасибо, что заглянули на наш канал. Подписывайтесь, чтобы не потерять контакты, и смотрите наши другие видео. Пока-пока!